Сегодня день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день, в 1944 году, закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой дом от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине. Как напоминание ныне живущим о подвиге ленинградцев, сегодня в 13:05 в Ульяновском кинозале «Люмьер» состоится благотворительный показ фильма «Коридор бессмертия». Драма рассказывает о школьнице, попавшей в паровозную колонну, которая ценой смертельного риска доставила в блокадный город 75% всех грузов и военного снаряжения. В основе фильма реальные события. Отец одного из авторов, Дмитрия Каралиса, был начальником поезда на Шлиссельбургской магистрали «Коридора смерти». Кроме того, в сценарии учтены комментарии писателя-фронтовика Даниила Гранина. Показ станет частью акции «Блокадный хлеб» и месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы в регионе.